издалека может показаться, то, что это прям какая-то ракушка. А ведь это процесс создания железных птиц. Сложная задача фотографа — снять с такого ракурса, чтобы в кадр не попало то, что показывать нельзя. Локация необычная, режимный объект — Казанский авиазавод. Фотограф Азат Ягудин сам работал здесь, поэтому тонкости профессии с легкостью видит теперь через объектив камеры. В Казани, в принципе, мало кто представляет, что такое завод, что там внутри творится. По сути, это огромный город внутри города. Все герои позируют прямо с рабочих мест. Одни строят самолеты, другие устраняют неполадки, третьи решают технические задачи. Каждого героя фотограф изобразил на двух или сразу трех фотографиях. Это можно сравнить с анимацией. Чтобы показать одно действие, нужно несколько кадров. Здесь также. Чтобы показать и человека, и то, чем он занят. Работу Ирины Матросовой запечатлеть сложно. Она инженер-конструктор, весь труд на компьютере, и показывать его строго запрещено. Очень приятно себя видеть на фотографии, конечно же. Посмотреть фотоработы сегодня пришли ветераны завода и нынешние коллеги героев фотографий. Вот это новое поколение строит то, что наше поколение делали, продолжатели есть. Смотрим, так-то работаем на КАПО уже давно. И вот просвещает дочку. Все фотоработы можно увидеть в Доме культуры имени Ленина до 27 сентября. Вероника Гайнудинова, Алмазия Динов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.